Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру Ratchet & Clank. А теперь нужно выяснить, что затевает Нефариус на планете Гаспар. Сразиться с Бларгами. Попробуем найти этот ранец. Полетели, ребята! Полетели на далекую планету. И будем разбираться, что здесь делать и с кем связаться, ребята, сейчас посмотрим. Мягкая посадка, и мы будем сейчас выходить. Сейчас будем выходить. Сразитесь с Бларгами. Ладно, давай раздобудем реактивный ранец. Давай раздобудем. Где нам взять этот реактивный ранец? Ну-ка в магаз зайдем. Твой ракетомет хищник не мешал ему улучшить. Плазмострел, ребята, 21 тысяча. Болтов, а у нас 10. Давай что-нибудь улучшим. Раз есть возможность улучшить, надо улучшать. Так, чем мне больше всего нравилось пользоваться? Протонный барабан, он уже полностью пока улучшен. Ракетомет. Ракетомет можно улучшить. Огнебластер еще почти ни разу, ну чуть-чуть улучшили. Давай займемся ракетометом, наверное, улучшением ракетомета. Боеприпасы побольше. Давай, пусть будет больше боеприпасов у него. Раритан вещь, скажи. Готово. Рэтчет мечтал о том, чтобы прокатиться по балке. И он сделает это, как только найдет пару глиссеров. Ну-ка, карту осмотрим. Так, приблизить чуть-чуть. Все, больше такая маленькая карта. По балке, как-то надо по балке пройти. А как? Как пройти? Как пройти по балке? Пока не понимаю. Наверное, сюда нам не пройти. Давай сюда пойдем. Это точно. Давай осмотримся. Может, найдем что-нибудь. И это кто такие? Так, ребята, берем протонный барабан и, как обычно, закидываем им туда, вовнутрь. А куда я так далеко швырнул его? Ну, поближе давай. Он очень хорошо бьет и так. Стоп. Где мой зуркон? Зуркончик, давай-ка. Твой выход. Сейчас рванет, мы пойдем там. Ах ты, рвануло-то как, а? Ну давай, ладно, хотя бы аптечка есть тут. Куда нам надо направляться? Мистеру Зуркону скучно. Давай не грусти, скучно. Вот это что, это дверь или что? Это, или это просто окно? Туда можно как-то пройти, прикинь? А как? Думаю, дверь можно пробить из этой турели. Давай попробуем турель. Разворачивай. Стреляй! Отлично, бронированная дверь. Как меня достали все эти железяки. Вон идут они. Как раз вовремя пулеметик тут оказался. Там еще и летающий. Ну-ка, сможем мы до него дострелить? А кто здесь? Как ты уже тут оказался? Почему не могу... А, это же зуркончик мой. Подожди.
Ну, он похож на пришельца. Так. Ну, давай, достреливай до них. Вот. Еще один летает. Попаду ли я по нему? Лучше, конечно, его с пулемета убрать, потому что дальше, чтобы не тратить патроны на него. Вот сюда можно попасть. Есть. Ну ладно, вроде бы он улетел. Отойти от турели. Пошли вот сюда сходим, мы еще здесь, мне кажется, где-то не были. Или я здесь все забрал? Да, все, больше вариантов нету, идем только туда. Здорово, посетители! Протонный барабан вам, ребятки! Сейчас еще закинем. Кому что не нравится? Ну-ка, на тебе, получай. Где там? Где стоишь? Я тебе закину сейчас барабанчик. Готовы получить? Ой, как далеко я его выкинул. Полетели. Так, собираем все, что нужно нам. Еще какая-то дверь. Здесь тоже нужен пулемет. Да? Да, действительно, чтобы пройти туда, надо разбить ее. Ну давай закинем им туда. На, ловите, ребята. А чё, почему мой протонный не работает? Во, сработал, прикинь. Сработал. Этот с пулемета фигарит. На-ка, держи быстрей. А, смотри, они оба работают. А я-то думал, они поодиночке, по одному можно. Нет, оказывается, несколько штук можно раскидывать. Все хорошо, сейчас соберем. Не грусти, не скучай. Соберем болты и идем. Раздолбаем дверь. Все, протонный барабан полностью мы собрали, восстановился он. Ну-ка, давай. Из турели постреляем. Попадай. Разобьем бронированную дверь. Вон они идут. Ай, быстрее, быстрее, чтобы не пролетел сюда. Есть. Минус один. Следующий. Готов. Где еще один? Или один уже упал? Все, по-моему. Да? Получилось. Можно лететь. Все, надо собрать все, что тут нападало. Надо собирать, потому что мне надо набрать 21 тысячу болтов. Ни много, ни мало. 21 тысячу. Так, заходим. Ну-ка, давай-ка постреляем, допустим, с пикселизатора. Давай-ка, я что-то давно уже не стрелял. Зуркончика возьмем. Погнали! Ребята, вас сделаем пиксельными. Все разлетаются. Отличная пушка, кстати. Зря я ей не стреляю, между прочим. Все, разламываем. Идите сюда, ребятки. А, ну она не очень далеко бьет. Пиксельными станут они. Ох ты, надо вот это перепрыгивать осторожно. Где зуркончик-то мой? Что-то он пропал куда-то. Стой, их что-то слишком много. Давай-ка протон и барабан им туда. Новый уровень. Протонный барабан. Плюс 25% к урону. Отлично. И, наверное, улучшение можно будет для него сделать. Протонный барабан всех там прибил. Предлагаю взять еще. Еще что нам взять? Пикселизатор опять. И идем дальше. Потому что ребята там стоят, ждут нас, пока мы их запикселизируем. Здорово, ребятки!
кто здесь хочет получить новый уровень? Зуркон, ничего себе, плюс 20%. Да хорош, он попадает по мне очень сильно. Мне нужна аптечка, ребята. Без аптечки туго. Вот она, кстати. Их много здесь. Может, еще отдохнуть приляжешь, Ломбакс? Давай без отдыха просто идем вперед. Так, куда нам надо попасть? Справа дверь. Давай-ка развернем пушку и стрельнем как следует. Отличная турель. Разбивает все на своем пути. Если кто-то еще вылезет, ему не поздоровится. Давай, лети сюда, чувачок. Он крепкий был, но турель справилась. Не получается достать до корабля, но зато мы со всеми монстрами расправились очень быстро. Все, выходим, идем дальше. Зуркончика подключаем, потому что он исчез. Кто-то фигарит с турели. Так, предлагаю бросить им туда протонный барабан, ребята. Протонный барабан, держите. И между делом еще идем и всех пикселизируем. Потому что пикселизатор скоро достигнет... Почему не попадаем? Почему не попадаем по ним? Так, ну-ка, берем гранату, ребята, энергетическую. Попадем как следует, на. Вот здесь она хорошо попадает в воздух, когда ее кидаешь. Им не поздоровится. Доступна новая карточка, ребята. Сейчас посмотрим, что за карточка. Где эта карточка? Ну-ка, включите, дайте, я сразу хочу посмотреть. Глиман Вокс. Так, еще что-то дали, оружие какое-то там. Хорошо, все, собираем, пока они нам пригодятся. Я заметил, что эти улучшения на постоянку у нас. Если мы их улучшаем, то все на постоянку. Так, чем же мне его прибить? Протонный барабан не поможет, он будет на земле лежать. А вот пикселизатором, наверное, я тоже не справлюсь. Они слишком... Слишком они далеко. Ну-ка, давай-ка воспламенителем будем бить. Заодно покачаем воспламенитель. Зуркон куда-то пропал. Ну-ка, возвращайся. Стреляй, 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 стреляй. Все получится. Надо нацелиться на кого-нибудь одного из них. Не достреливаю. Не достреливаю. Подожди, я подойду ближе. Стой. Откуда же вас столько много-то, ребята, а? Так, дали гранату. Можно три гранаты кинуть еще. На, получайте. Получайте, ребята, получайте. А теперь... Ну, не знаю, давай попробуем кайфотрон. Может быть, они пока закайфуют как-то, а? Я кинул его. Танцуют они, нет? Не знаю. Либо огнебластером попробовать достать его, а? Как-то, ну это в упор слишком получается. Ну, зато эффективно, я думаю, будет. Есть. По-моему, одного свалили. Больно. Больно, больно, ребята. Больно было. Жизни мало остается. Так, какая-то тут заваруха. Давай ракетометчиком все-таки, а? Во, ракетой будет хорошо. Зря я про нее забыл, про ракету-то про эту. Она же хорошо их сейчас подобьет всех. Радиус действия, считай. Большой, вон она как летит. Она как самонаводящаяся. Ты че фигаришь по мне? Вот кого надо прибить было еще. Зуркончик, где мой? Выходи, Зуркон. Есть. А это хорошо, ребята, теперь собрать аптечку и идти дальше. Эй, это глиссеры? Тройной замок. Чтобы открыть его, нашим двум героям нужно было нажать почти сразу на все три кнопки. А как нам сразу на все три кнопки нажать? Встать за турель. Куда я могу стрельнуть? А чё я за турель-то не встал, когда дрался с ними? Вот как надо было проходить тут. Ну ладно. Уже ладно. Куда, ребята, куда надо? Куда надо идти? Подожди, по карте посмотрим. Тройной замок. Так, это где-то справа. Вон он, тройной замок. Но я не использовал турель, когда надо было, да.
Но я могу, в принципе, подбить пока ящики с помощью нее. Ну и все, надо как-то тройной замок этот открывать. Нажимаем. А, надо быстро нажать. Не успеем или успеем? Успел на все три кнопки нажать. Клево. Именно там, какая неожиданность, Рэтчет нашел пару новеньких блестящих глиссеров. Нацепив ботинки глиссеры, Рэтчет запрыгнул на балку. А теперь будем прыгать на рельс, ребята. С помощью этих ботинков крутых можем запрыгнуть на рельс и покатиться дальше. Отлично, по пути соберем еще кучу болтов. Вот это американские горки. Поехали, как следует. Давай дадим жару. И надо сразиться. Мы со всеми сразились. Рэтчет продолжал поиски Ранса. А, вот, мы вернулись обратно. Так, давай, может быть, что-то улучшить можно. А? Еще пара сделок, и я выиграю набор ножей для стейков. Ракетометчик. Так, вот, можно, в принципе... Времени куча. Ребята, протонный барабан можно теперь еще больше улучшить. Давай сделаем так, чтобы давали больше карточек. Я хочу, чтобы больше карточек давали. Будем прям вышибать как следует. Было хорошее оружие, а стало отличное. Отлично, теперь больше всего карточек будет падать, когда будем пользоваться этим протонным барабаном. Но очков улучшения больше нет, можно идти дальше. Прыгаем. И поехали по рельсам. Поехали. Надо перепрыгнуть на другую рельсу и поедем дальше. Вот это приключение, вот это я понимаю. Здесь прыжок тоже. Эй, драконы, расступитесь. Едет самый крутейший Рэтчет. Квадрат. Сбиваем. Получилось. Еще один. Ребята, мы не сдаемся. Быстро, быстро, быстро делаем это вот так. С прыжка. Так, здесь надо зуркончика подтянуть. И протонный барабан, ребята, зарабатываем карточки. Галокарточки будут вышибаться просто почти с каждого монстра, наверное. Но мы об этом узнаем. Если их будет толпа, наверное, точно что-то сможет выпасть нам. Иди сюда, подходи побыстрее, пошустрее, ребята. Сейчас со всеми разберемся. Так, вот сюда еще можно сходить, я вижу по карте, вот. Что это? Это какой-то кристалл. А, вот они. Вот они, ребята, эти кристаллы для улучшения-то. Я до сих пор не понимал, что за кристаллы, где их брать. Рэтчет сможет использовать заправочную станцию, как только получит ранец. Надо реактивный ранец сначала найти. Сейчас найдем. Продвигаемся дальше. Иди сюда. Кто говорит? Поля телеспрутов. Кто такие телеспруты, ребята? Сейчас мы узнаем. Так, нам надо будет направо идти. Как здесь перепрыгнуть? Полетели. Я друг. Я знаю, кто вы. Ломбакс и боевой робот, про которых говорили в новостях. А вы, видимо, безликий прислужник, помогающий Дреку терроризировать галактику. Это только ради денег. Моя баблишко зарабатываешь. Страсть. Любительская нейрохирургия. Я уже где-то год коллекционирую мозги телеспрутов. Ваше хобби — собирать мозги? Рискну предположить, что вы, скорее всего, до сих пор одиноки. Изучение мозгов – благородное занятие. Если я смогу перенять телепатические способности этих телеспрутов, я соберу целую армию, и вот тогда мы посмотрим, кто из коллег осмелится воровать мой ланч из холодильника. В смысле, это работа на благо всех бларгов. Между прочим, если добудете мне парочку мозгов, я вам отдам этот реактивный ранец. А
Обменяйте мозги 10 экземпляров. Если соберешь все мозги в этом секторе, получишь от меня награду. Итак. Фу, какая же гадость. У тебя они есть. Отлично. Мозги собраны, ребята, почти. Один пока собрал. Давай идем дальше. А, мы можем еще сейчас улучшить. Ну-ка, давай улучшим. Надо быстро, сразу улучшать. Так, протонный барабан улучшим. Готово. Доступно загадочное улучшение. Псевдоквантовые частицы, еще не обнаруженные псевдоатомы, попадают в ловушку в состоянии положительного двоичного существования, тем самым увеличивая число ядер, которые можно использовать в качестве боеприпасов. Отлично. Вот так вот мы и увеличиваемся. Чуть-чуть осталось, чтобы протонный барабан этот совсем улучшить. Вот, а мы продолжаем идти дальше. Надо собирать мозги, ребята. Так, куда за мозгами идти? Аккуратно. Так, кто там на меня все пытается прыгать? Сейчас я им протонный барабан туда швырну. Ой, стой, это была ракетница. Ну-ка, сейчас уже у меня 6 протонных барабанов, я могу таскать с собой. Это очень круто, ребята. Почему вы прячетесь, вонючки? Еще один закинем ему. Мозг собран. Еще 6 штук осталось. А, подожди. Еще где-то нажать надо. 2. Третья кнопочка. Быстрее. Да мне не дали нажать. 1. Отвали от меня. А, 3. Я все 3 нажал. Тогда держи протонный барабан. Где мой зуркончик? Сейчас мы соберем аптечку и пойдем дальше. Здесь нужен ранец. Может использовать заправочную станцию, как только получит ранец. Я скоро смогу летать, ребята. С помощью этого ранца, похоже, я буду самый крутой летун. Так, куда надо? Вот в ту сторону. Надо 10 мозгов собрать, чтобы обменять на ранец. О, куда я швырнул? Не надо так. Так, цепляемся. Аккуратно и туда прыгаем. Стоп, где протонный мой барабан? Пока он расправляется с ними, мы идем собираем мозги. А вот и мозг. Совсем чуть-чуть, 3 штуки осталось. Три штуки, и ранец будет у меня в руках, ребята. 2. Уже точнее 2 штуки. Держите протонный барабан. И еще закину. Потому что карточек будет много за счет того, что я бью этим протонным барабаном. Ой-ой-ой, здоровяк пришел ко мне. А, все, его уже развалили.
Все, 10 мозгов собрал. Идем в обратную. И сейчас получу я ранец. Это очень круто. А как-то можно было так добраться до него? Нет, нет, никак. Придется обратно прыгать. Тихо, 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 тихо. Как так получилось-то? Как вышло? Я не хотел падать. Из-за случайно. Открывайся. Да, я опять отцепился, ребята. Пробуем еще раз. Отлично, возвращайся. В этой местности полно челеспрутов. Добудь мне их мозги, и я отдам тебе реактивный ранец. Так, вернемся. А, я понял. Я понял, возвращаться не надо. Мы сейчас туда сразу допрыгаем. Смотри. Вот и все. Это лишние были движения. Просто сейчас дойдем до туда. Полетели. Опачки, ребятки, я вас тут не ждал вообще, честно. Зуркон, где мой? Мистер Зуркон несет вам смерть. Давай улучшим. Есть одна у нас единица улучшения. Так, протонный барабан полностью. Ракетометчик хочу я улучшить. Потому что он очень-очень крутой, ребята. Ого! Теперь ты даже чересчур силен! Уговор есть уговор. Забирайте. Знаете что? У меня тут завалялся сверхсекретный инфобот Drag Industries. Я бы согласился с ним расстаться за еще несколько мозгов. Я смотрю, вы любитель поковыряться в мозгах. Да, я такой. Добыв этот ранец, Рэтчет стал грозой тысяч миров. Ну, по крайней мере, ему стало легче по ним передвигаться. Итак, надо собирать мозги продолжать. Ну а теперь я могу пользоваться ранцем. Он сейчас не заряжен, надо встать сюда и подзарядить. С помощью реактивного ранца можно перелететь через опасную зону. Полетел. Куда, куда мозг надо? Мозг телеспрута? Удивительно сложный орган. Можешь написать на эту тему диссертацию? Теперь надо определиться. А, вот все, карта уже другая, смотрите. Будем лететь. А куда только, я пока еще не понимаю. Туда, наверное, куда-то наверх. А, нет, не наверх, вон, туда, полетели. Вот это супер полет. Садись. Протонный барабан сразу пошел в ход. А мы пока все собираем. Вон мега-мозг огромный, смотри, что он, его тоже бить надо? Стой, ну-ка давай-ка. Ракету ему попробуем. Попробуем запустить. На, держи. Попал, прикинь. Попал, работает. Давай его прибьем. О, больно. Это было больно, ребята. Ленивый мохнатик, вставай и дерись. Слышь, ленивый мохнатик. Получай. Зуркон, стреляй тоже по нему. А, вон у него 60% осталось. Вижу справа, 56. Это сколько ракет надо в него выпустить-то, чтобы его прибить? Можно было, конечно, гранатами закидать. Но, похоже, так и будем делать, потому что сейчас ракеты-то закончатся. Лишь бы жизни у меня не закончились. Вот в чем прикол, ребята. Я зря. Новый уровень, плюс 20%.
Супер. Давай, давай, добьем его. Готов, ребятушки. Новый уровень, у меня жизни плюс 10 стало. Было 50, стало 60, это круто. Куда мне дальше? Куда по карте будем двигаться? Так, куда-то налево. На платформу. А, вон, вниз, туда. Полетели. Теперь я с ранцем, с большим, с этим. Кстати, вон этот ранец. Он у кланка, ребята. Мы его подзарядим. И куда дальше? Ну-ка посмотрим. Ага, теперь направо. Теперь направо. Я так понимаю. А, вон наверх полетели. Огромный полет сейчас будет. Ребята, полетели наверх. Суперски, вообще суперски. Только я куда-то полетел. Тормози. Так, быстрее закидываем. Не, ракету не надо, погоди, погоди. Протонный барабан, быстро сюда. Давай-ка. Продолжаем. И мозги собираем. Это уже четвертый мозг из 20. Так, четвертый мозг из 20. Итак, собрали мы уже 5 мозгов. 5 мозгов, будем прыгать еще дальше. Но карта огромная, ребята, поэтому я предлагаю продолжить это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления и не пропустить выход нового видео. И всем удачи, всем пока!